Ваше Величество. Не мешайте мне заниматься государственными делами. Ваше Величество. Что она хочет? Зайца. Пошлите за поваром. Что же вы, зайцев? Но это же целое стадо. Что? Пиши указ. Мы, король милостивый, запятая, всемогущий, запятая, мудрый, справедливый, отважный, великий, мудрый. Мудрым вы уже были, Ваше Величество. Что? Лишняя мудрость никогда не помешает. Объявляем нашему народу. Требуется пастух для нашего заячьего стада. Он чего придумал? Дурит нас король! Дочь моя, теперь у тебя будет зайчий стадо. Не хочу я никаких зайцев. Ну ты же сама их просил. А тебя не хочу. Пойми, дочь моя, я не могу отменять королевский указ. Матушка. Где же это видано зайцев пасти? Да еще королевских. Оно так. Вот что, парень, я отплачу за твою доброту. Бери. Такой дудочки ни у одного пастуха нет. Эта дудочка непростая. Она тебя из всякой беды выручит. Свистнешь в один конец, и кто тебе нужен, тот и прибежит. Свистнешь в другой конец, кто тебе мешает, тот от тебя прочь убежит. Только бы мне не потерять ее. Не бойся.
Где потеряешь, там и найдешь. А кто возьмет, тот и потеряет. Что-то мудрено ты говоришь, бабушка. Здравствуй, здравствуй, любезный. Ну, как тебя зовут? Меня Гансом. Ага, хорошее имя. А меня зовут Король. Тоже неплохо. Я слыхал, Ваше Величество, что вы пастуха ищете. Да, ищу, Ганс, ищу. Только уговор у нас будет такой. Если у тебя не пропадет ни один заяц, ты получишь... ты получишь пол королевства. Согласен? Согласен. Но если у тебя пропадет хоть один заяц, я прикажу отрубить тебе голову. Ваше Величество, за всех зайцев только половину королевства, а за одного зайца целую голову. Не слишком ли много? Ты так думаешь? Так ведь если отрубить половину головы, вторая тебе все равно не понадобится. Ладно, согласен на целую. Ловко мы его провели. Пора моим зайцам и домой. Неужто обманула меня старуха? То есть верно, я не в тот конец дую. Что без головы останусь. Ну-ка, стройся! Затылок убежала? Ни одного, Ваше Величество. Сколько было, столько и осталось. Проверить обманщиком. Ваше Величество, ровно 100. Смотри, если завтра он не досчитается хоть одного зайца, прощайся со своей головой. А если ты завтра снова насчитаешь 100 зайцев, то ты распрощаешься со своей головой.
ясно. Ваше Величество, королевство спасено. У Ганса была волшебная дудочка. Вот она. Вот ты у меня какая. Где потеряешь, там и найдешь. А кто возьмет, тот и потеряет. Высочество. Ганс, не подаришь ли ты мне свою дудочку? Охотно, ваше высочество. Молодец, дудочка, знает своего хозяина. Здравствуй, Ганс! Я слышал, Ганс, что ты согласен отдать дудочку за поцелуй принцессы. Что? Да-да, принцесса все рассказала. Ваше Величество, вы не поняли. Я хотел, чтобы вы... Чтобы я поцеловал тебя? Нет, нет, не меня, а лошадь, Ваше Величество. Не поцелуете? Не отдам дудочку. А можно я ее через платок поцелую? Что ж, можно. Прекрасно, Ваше Величество. Порядок. Дудочка здесь. Сегодня Ганс отрубит голову, и все встанет на свое место. Кроме головы Ганса. Где же зайцы?
разбежались. Ну что ж, придется, Ганс, отрубить тебе голову. Что поделаешь, придется. Ну что ж, начнем. Вот дудочка. А ты убирайся отсюда вон. Ваше Величество, да про дудочку мою не забывайте!